Тёмушкина, ну что ты, пушистик? Не укусишь, а то это может царапнуть. Тимофеевна. Ой, Тёмушкина такая, такой пушистик. Ух, вы только посмотрите, мега-мега пушистая просто кошка. Хорошую чесалку такую купили на Озоне. Вообще просто прелесть. Вычесывает вообще. Ну, в общем-то, вы сами все видели. В коротких шорцах. Ну, на зиму кошки вообще отлично. С такой шерстью. Так, ну все, все, потревожил. Потревожил данную принцессу. Потревожил. Сейчас еще как царапнет. Надо, кстати, когти ей подстричь. А вы подстригаете своим кошкам когти? Я подстригаю. Можно еще, кстати, на Озончике купить специальную для кошек подстригалку ногтей. А то мы такими щипчиками подстригаем. То, что и сами стрижем, хотя это неправильно. Да, Тёмушкина? А то так тебя давненечко не было на канале, да? Где-то полгода, месяцев, может, 8, все забыли за тебя, да, Тимофеевна? А ты все лето пролежала в этой комнате. Кайфовала под кондиционером, да, Тимофеевна? Тёмушкин. Сытая, накормленная, в тепле. Довольная кошка. Да? А ну-ка, улыбнись камеру. Хейтерам. Хейтеров много на канале. Вот так вот, вот так вот. Умывайся. Да? Ну, все, уже не нравится и все. Я это вижу. Сейчас может царапнуть. Лапой как даст. Да? Котейкина. Так, все, руку убираю, потому что уже начинает нервничать. Ну, какая злюка-калюка, да? Ух, глазище. Ух, какая усатая, полосатая. Тёма. Тёмка. Где твои на самом-то деле хозяева? Куда они эвакуировались, уехали? Видишь, а мы тебя, добрые люди, подобрали. Теперь ты наша нахлебница стала. Так что давай, дружочек, работай на камеру. Отрабатывай вискас, китикет. Все в копеечку обходится. Да? Выбросили тебя хозяева прежние. Теперь ты в семье антикварщика. Под надежной защитой Тёмушкина.